Здравствуйте! На канале Видное ТВ очередной выпуск утренней зарядки. Я Леонид Щукин. И сегодня зарядиться хорошим настроением нам поможет инструктор фитнес-центра Прайд Ольга. Ольга, здравствуйте! Доброе утро! Ольга, скажите, какой вид зарядки вы нам приготовили сегодня? Сегодня у нас будет динамическая растяжка. Динамическая растяжка? А в чем ее главная особенность? Мы будем делать комплекс упражнений на растягивание в широкой амплитуде в рамках ваших физических возможностей. Динамические растяжки могут быть отнесены как медленные акцентированные, так и быстрые движения, например, махи ногами. Главное условие динамической растяжки – полная подконтрольность ваших движений. Хорошо, тогда будем максимально подконтрольны. Отлично. Мы начинаем? Мы начинаем. Просыпайтесь вместе с нами. Доброе утро! Сегодня у нас будет зарядка динамическая растяжка. Начнем с нашей разминки. Ноги на ширине плеч. Тянем голову в сторону, добавим ручку, потянули. В другую сторону голова, тянем. Голова вниз, двумя ручками потянули. Голова назад, смотрим в потолок. Отлично. Делаем ручку в сторону, наклоны в одну сторону, поехали. Хорошо, поменяли. Другая рука. И. Отлично. Задержались. Стоим. Другая рука, добавили. Переход. Одна рука. Добавляем вторую ручку. Подъем. Отлично. Наклоны по диагоналям. В одну диагональ делаем наклон. Последний раз. Держим. Параллельно пола, выводим вторую руку, выдох, наклон к ноге, потянулись, сложились. Делаем вдох, выдох. В другую сторону наклоны параллельно пола, руку вытягиваем вперед. Подержали, держим, рука параллельно пола, выводим вторую ручку, выдох, наклон к ноге, тянемся. Отлично, делаем глубокий вдох. Выдох. Руки выводим вперед, параллельно полу держимся. Посмотрели вниз, на выдох. Расслабились, обняли ножки. Взялись изнутри за пяточки. Двумя ручками делаем покачивание, локтями тянемся вниз. Ручку одну выводим вперед, другую в потолок. Посмотрели на руку. Вывели другую руку, посмотрели вверх. Скручивание в темп. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Делаем глубокий вдох. Выдох. По очереди раскручиваем тазобедренный сустав. Отлично. Теперь вовнутрь. Вкручиваем. Скрестно локтем. Раз. По очереди два. Отлично. Молодцы. Делаем глубокий вдох. Выдох. Высокое поднимание. Колени, разминаемся. Отлично. Вдох, выдох. Сейчас мы будем делать поочередно махи ногой вперед. Поехали. И мах, шаг назад, мах, другой. Поехали. Еще два раза. И последний. Отлично, молодцы. Делаем глубокий вдох, выдох. Махи по сторонам. Встали ножку впереди, другая сзади, скрестно. Мах и раз, скрестный шаг, мах в другую сторону и еще два раза. Отлично, молодцы. Делаем вдох, выдох, скрестно, махи по очереди. Поехали. Молодцы. Делаем глубокий вдох. Выдох. Махи по диагоналям назад. Мы делаем мах. В другую сторону шагаем. Поехали. Руки вперед. Параллельно полу стараемся наклониться. Руки вперед. Молодцы. Делаем глубокий вдох. Выдох. Ручку завели за себя. Тянем за локоть. Потянули. Отлично. Сзади пытаемся взять замочек. Потянулись. Другую руку за локоть.
Отлично. Замочек сзади взялись. Отлично. Делаем глубокий вдох. Выдох. Потянули руку в сторону. Хорошо. Другую. Потянули в сторону. Отлично. Вдох. Тянем ножку к себе. Прижали к груди. Отлично. Другую ножку прижали. Потянули. Ногу в сторону. Скручивание. Отлично. Другую ножку. Хорошо. Ножку пытаемся вывести вперед параллельно полу. Тянем. И по возможности, кто может сделать затяжку. Отлично. С другой ноги. Ножку вперед параллельно полу держим. Оп. Отлично. Спасибо всем за занятие.